We know CARIC is bringing peoples of the region and countries together for the purposes of security improvement, enhancing trade in the region. Каждая страна имеет свои специфические задачи, стоящие перед ней для развития. И программа CARIC тем важен для Азербайджана, что стоящие перед программой задачи, определенные задачи, которые отражены в стратегии 2020, они созвучны теми задачами, которые стоят перед Азербайджаном. Это диверсификация экономики, развитие торговли, развитие транзитного потенциала, развитие энергетического сектора Азербайджана. То есть этот... As you know, China has the initiative for the Silk Road Economic Belt. Therefore, China is working for enhanced cooperation, economic cooperation with the Central Asia, in particular for the future economic development, for building situation. Сейчас видим, как развитие транзитного потенциала, учитывая, что Казахстан находится в центре азиатского континента, не имеет выхода к морю, поэтому развитие транзитного потенциала, содействие торговле, продвижение наших товаров – это все, что мы закладываем в основные цели нашего участия в проекте CARIC. Развитие Кыргызской республики невозможно без налаживания тесных взаимоотношений с соседями. И можно особо отметить, что программа национальной стратегии устойчивого развития, принятая Кыргызской республикой в прошлом году. Due to the lack of these infrastructure projects, we are a little bit behind of the general global development. We trying to catch up with the establishment and development of new infrastructure projects through CARIC. Таджикистан является страной, которая находится в периоде трансформации своей экономики. И программа CARIC для нас представляется важной как инструмент для достижения многих целей развития, для решения конкретных проблем на пути развития. It's a very rich region, and we have a lot to offer to each other. The countries of the of CARIC have resources which they can offer to each other for mutual benefit. And I think the sooner we do this, the better it is for us.